Так, можно глупый вопрос к тебе? Ногти не мешают играть такие длинные на пианино? А тебе не кажется, что сразу хочется встать в такой в зале в большом и чтобы начался венский бал? Да, можно было бы побывать там. Ты когда-то была на венском балу или на каком-нибудь балу? Вот само звукоизвлечение рождает тенденцию. Послушай, сразу вот. Да, захотелось смокинг одеть. Да. Смокинг, платье, да? Вот сразу? Да. Тебе не на дискотеку. Вот тебе эпоха клавесина, это целая эпоха. Жаль, что сейчас так мало. А ты когда пишешь музыку, ты под фортепиано ее пишешь в основном? Нет.